Вітаю всіх, хто приєднався до першого ділового в ефірі проєкт «Акцент». Міжнародне рейтингове агентство «Фіч» зберегло прогноз зростання економіки України на цей рік на рівні 3,2%. На майбутнє організація очікує прискорення до 3,7%. Приблизно такі ж тенденції прогнозують в адміністрації президента та у Нацбанку. За підсумками 2017-го ВВП України «Фіч» оцінив у 2%. Тим часом для України з цього року стартував складний період виплат за старими боргами, а переговори про черговий транш із головним кредитором МВФ у глухому куті. Детальніше ситуацію обговоримо із нашим гостем Володимиром Даньком, професором Міжнародного інституту менеджменту. Я вас вітаю. Ну, тож покращуються прогнози щодо зростання ВВП України, утім пересічні українці жодних покращень не відчувають, а радше навпаки. Тим не менш маємо конкретні очікування. Тож, за рахунок чого економіка може зрости, якщо взагалі може зрости? Давайте почнемо з Фіч, коли прозвучало вже Фіч. Смотрите, 17-й год, у них дійсно прогноз на наступні 2 роки 3,7% росту, це не удивительно. Они где-то исходят из 15-20% прироста этого роста. По этому году они сказали 2, на самом деле 2,5. Угу. Буквально вот мы пересчитывали вчера-сегодня по всем официальным данным, которые существуют в Украине. То есть, скорее всего, будет показано по 2017 году 2,5. Так что Фич как бы не ошибся. Возникает такой вопрос, зачем Фич так резко, в общем-то, начал подавать сигналы достаточно положительные. Не, для кого не секрет, что это как бы как и Moody's, S&P, это прежде всего рейтинговое агентство. Очень важно их мнение или публичное официальное высказывание по поводу темпов роста, поскольку это один из основных параметров при оценке долгосрочного кредитования. То есть, собственно, идет подготовка больше, скажем так, инвесторов. А кто больше за все дивиться на эти рейтинги? Кто звертає на них увагу? Инвесторы, кредиторы? Основная ликвидность, вот, допустим, как то, что было уже в Украине, если мы вспомним 2013 год, когда Арбузов ездил продавать основной долг, тогда это Франклин Темплтон, это так называемая сеть фондов совместного инвестирования, то, что у нас называется, в мире называется по-другому, это Mutual Funds. Там основная сейчас ликвидность, очень небольшая толика есть так называемых институциональных инвесторов, но действительно в процентном отношении, тем более для Украины, они не очень как бы важны. Это приватные инвесторы, насколько я знаю. Да, но приватные могут входить, кстати, и в фонды, они могут инвестировать и через фонды. Это как бы отдельная стратегия это инвестиционная. Поэтому ответ на вопрос, какие готовятся инвесторы, это, как правило, большие инвестиционные фонды, которым будут предлагаться в том числе долговые инструменты государства Украины. Просто забег это немножко более долгий, и не сиюминутный, скажем, на 2 года вперед, потому что обработка, окучивание, так назовем, инвесторов, оно осуществляется с более дальним прицелом. Поэтому как бы вступает сначала артиллерия, такая как Fitch, S&P, Moody's, ну и там много других кредитных агентств. Потом подключаются банки инвестиционные, которые тоже немножко пытаются донести толику информации о состоянии страны. Поэтому, и сейчас это делается для чего? Ну, для того, чтобы потом размещать Украину дальше. Готовиться для инвесторов. Потому что такой доходности, как Украина, которая показывает сейчас по валютным, в том числе долларовым, как последнее размещение, там 7,35, 7, порядка 4, это вообще в миру тебе трудно найти. Потом не забываем, что с такими кредитными рейтингами, которые... Ну, вот сейчас Fitch, допустим, возобновил, по сути, для Украины уровень 2014 года, B-, но это... Я не буду сейчас вдаваться в подробности, это инвестиционная бумага или нет, которые будут предлагаться, это отдельная тема, но с точки зрения доходности это очень высокая. И потом они все продаются с дисконтом. Фактически мы имеем дело не с купонным платежом, который обещан там 7,4%, а если это покупается с дисконтом, то это как бы доходность еще превышающая. Как правило, это для портфелей инвестиционных держится как высокодоходная, но высокорисковая бумага. И опять же, восточноевропейские, допустим, бумаги, как, кстати, Украина, как Россия, они идут вдобавок противовес там с коэффициентами, ну, так называемые, корреляция между разными активами в этих портфелях, она достаточно, там, чуть ли не минус один.
нужно поймать, чтобы вот это как бы снизить для инвесторов уровень риска, вот так, чтобы по-простому я объясню. Поэтому вот начинается. И еще раз, с точки зрения показанного роста, здесь как бы не о чем спорить. Есть, да, можно немножко поговорить по поводу методологии роста, потому что действительно люди не ощущают вот этого роста. Они не ощущают доходов реальных. Это отдельная тема разговора. Как так может быть? Страна показывает рост формально, то есть данные пока говорят о росте, причем подхваченные международными агентствами, ну, в данном случае рейтинговыми агентствами. А люди как бы такого роста не ощущают. Там есть еще другие чудеса, если мы уже говорим о росте, там, соотношении рейтингов. Благодаря чему? Действительно, если мы посмотрим, вообще как бы рост любой экономики – это есть результат определенных инвестиций. А чудес не бывает, у Украины структура как бы… Она поменялась за последние три года, но не настолько драматически. Так же сельское хозяйство остается, промышленность где-то 30%. Сервисная как бы, инфраструктура там, сохраняет свои довольно высокие добычи. Традиционно там, 10-12% забирает. И вот если посмотреть на инвестиции в этих структурных позициях, то там мы их не найдем как таковых. Более того, даже на фоне войны, ведущейся 4 года, мы не найдем как бы, увеличенное так называемое capital expenditure сейчас со стороны государства. Вот дуже часто українська проблема. Влада покладає відповідальність за поточну ситуацію на події на сході України. Ось наскільки насправді яка частка цього фактору в теперішній ситуації? Смотрите, є така структура, як оборонпром, там со своїм там порядка 40 предприятий, які працюють в этой структурі. Они как бы основные реципиенты денег, которые тратятся бюджетом на модернизацию вооружений. По идее, вот это должно было бы дать, ну, какого-то роста такого громоподобного не ощущается. Это отдельная тема как бы, разговора. Все носятся с сельским хозяйством, которое должно дать толчком. Ну, я могу сказать, что да, там есть инвестиции, но они совершенно другого толка. Если мы посмотрим на то, как финансируется тот же Кернел, другие структуры подобные, ну, БРИЕ, там, я могу назвать, там, Мироновский хлебопродукт, то там как бы совершенно иные источники инвестирования в них. И это очень дорогие инвестиции. Скорее всего, там, в ближайшие несколько лет мы увидим либо покупку друг друга, либо попытку реструктурирования, рефінансувати. Ну, щодо того, останні займи там 8+% йде. Щодо того, що українці не відчувають покращення, наскільки має зростати тоді економіка України, аби українці відчули ці покращення? Смотрите, здесь давайте посмотрим на тот же 17-й год. Если мы посмотрим на структуру расходов, насколько приросла структура расходов по объему, извините, то мы увидим, что домохозяйства в Украине, они потратили по сравнению с прошлым годом порядка на 11,5% больше. О чем это свидетельствует? Когда все остальные сектора, я уже упомянул, государственный сектор не тратит. Нет увеличения капекса, то есть нет увеличения объемов инвестиций со стороны бизнеса в Украине, в том числе аграрного. Есть ситуативный завод денег, допустим, как бы точечный завод денег, но это отдельная тема, и там целевое направление этих денег, как правило, на скупку бизнеса, если мы не говорим там о портовых зонах, ну, логистических как бы, проектах. А ну, о чем это свидетельствует? Просто люди начинают тратить то, что было накоплено в предыдущие периоды. Отсюда движение там было. Есть момент очень существенный с теми деньгами, которые зарубежане присылают. Да, действительно, такой фактор имеет место быть, и суммы довольно-таки немаленькие. Ну и сумма в пятеро больше за минулий рік, ніж загалом за кордонні інвестиції. Це дані Нацбанку. Совершенно верно, да. Вот, поэтому, когда мы говорим о затратах, понимаете, здесь такая, для того, чтобы понять, будет ли расти экономика, надо посмотреть еще на затраты, потому что текущие затраты частично, они будут обеспечивать рост в следующем периоде. Но, к сожалению, вот это вот увеличение затрат, они связаны, скорее всего, так оно и есть, с уменьшением сбережений, те, которые были. То есть мы фактически там подматрасные, там где-то депозитов. Люди просто снимают деньги для того, чтобы выживать. Вот и все. Ну и плюс частично, скажем, присылаемые деньги из-за рубежа теми зарубежанами, которых вот как бы... То есть каких-то глубинных причин роста, вот, связанных с большими инвестициями, приходами, их действительно нет. Кроме того, сами бизнесы очень осторожно относятся к этому. Подчеркиваю, там есть
В определенных секторах есть действительно заход денег, но целевое назначение денег – это далеко-далеко от инвестирования в технологии, в какие-то. Как правило, это будущее, это M&A-активность, покупка друг друга. Щодо періоду виплат за старими боргами, якщо цього року українська влада вже, в принципі, не робить ставки на транші від МВФ, а розраховує на золотовалютні резерви, то що буде наступного року і чи погоджуєтеся ви зі своїми колегами-експертами щодо того, що є реальна загроза дефолту? Ми маємо в виду дефолт по обязательствам государства? Так, давайте здесь разберемся, потому что это очень такая деликатная тема. Чтобы было понятно, сейчас по цифрам пройдемся. Государство Украины, оно имеет долг, измеряемый 48,6 миллиардов долларов вычислений. Я не беру гривну, поскольку это отдельная тема, как там немножко можно манипулировать. Значит, вот из этих 48,6, 38,6 – это непосредственно государственно. И остальные 10 – это за кого-то, так скажем. Это так называемый гарантированный долг. Теперь это с государством разобрались. Всего же вообще долгов на сегодняшний день, ну, буквально там на февраль, конец февраля месяца в Украине, 116,6 миллиардов. Значит, если мы говорим о возможности дефолта, то мы должны понимать, что это 48,6, да, если кто-то... Вот если бы кто-то сегодня пришел, постучался бы в дверь и сказал, ребята, ну, я имею в виду на банковую, на институтскую, сказал, ребята, как будем отдавать, рассчитываться? У вас деньги есть или нет? Там не то, что резервов не хватит, там вообще ничего не хватит. Всех совокупных резервов там порядка 18 миллиардов. Угу. А мы имеем речь ведем о 48. То есть моментарно, если прийти вот спросить, где деньги, их нет, в принципе нет. Поэтому все разговоры, как вы говорите, коллеги, когда я не могу понять, о чем они говорят. О том, что сегодня постучали в дверь и спросили, как будем возвращать, или гипотетически. Ну, там еще есть такие чудесные раскладки, допустим, 6- или 3-месячный импорт там покрывается или нет, как поведет себя нефть и газ, как будут контракты, ну и так далее, и так далее. Но технически, надо понимать, что если вот на сегодня спросить, то денег нет, в принципе нет. Усугубляющим фактором для Украины является то, что номинировано все. Обратите внимание, не в гривне, а в долларе. Угу. Но у Украины нет печатного долларового станка, как, впрочем, нет и по евро станка, по иене и по другим экзотическим валютам. То есть как бы надо понимать, что Национальный банк – это прообраз обменного пункта. И денег эти взять, как бы, это только берешь… Государство откуда может взять? Это у такого налога снял налоги, ну или там поборы всякие, там, скажем, таможня, она немножко другим занимается. Вот единственный источник. Если ты не создаешь стоимость, значит, тогда проблемки начинаются со сборами вот этих вот налогов. Это как отдельно. Поэтому давайте, чтобы было понятно. Есть состояние, как такое, фиксированное, моментарно, да, спатовое. А есть понятие, будут ли кто-то и заинтересован ли кто-то выводить Украину на дефолт? Сразу отвечу, никому не интересно. Интересно держать эту страну как плательщика, как можно дольше и дольше держать. Но если страна позволяет себе там официально публиковать долг, там 7,3%. Ну, почему же терять такое счастье для инвестора? То есть будут надавать транши, або скорее рынки зовнішніх запозичень? Ну, естественно. Естественно. Ну, там другое дело, что под контролем, потому что там надо понимать, что это такого счастья же долго не бывает, потому что надо брать откуда-то вот этот, скажем, доходность, потому что доходность может быть только через систему сборов, система сборов должна быть обеспечена за счет доходности людей. И, опять же, если мы посмотрим на структуру, как собираются вот эти налоги, да, то мы увидим, что львиная доля берется в виде подоходного налога с граждан. То есть уменьшается налогооблагаемая база, люди уезжают из страны, с кого ты будешь собирать? Бизнесы уходят из страны, с кого ты будешь собирать? Более того, здесь же, опять же, коллеги говорите, как говорит, дефолт. Мало кто вообще говорит, что ведь в Украине мы видим трубы, мы видим завод. Но если вы посмотрите, чья это собственность де юре, это же не украинская. Она инкорпорированы эти предприятия, многие, не здесь. Более того, самые большие активы, они давным-давно выведены из Украины. Поэтому кто и где платит налоги? Ну, это вообще отдельная тема. Вот щодо податків, хочуть вести таку реформу, податкова амністія. Що ви можете про це сказати, чи спрацює це? Ну, давайте так розберемося. Ідея проста, як, знаєте, як угол дома. Если ты когда-то что-то повыводил или и по на выведенное вот это не доплатил, то, пожалуйста, верни, но мы тогда забудем. Там какой-то период что-то творил. Но тогда надо рассматривать, относительно чего это амнистия. Относительно активов, которые 25 лет, ну так,
распределяются, скажем, или приватизируются. Относительно недоплаченных налогов на доходы, которые текущей деятельности, или так называемый income tax, это совсем другая история. На те контракты, скажем, экспортные контракты, которые многие вообще, конечно, того не видят здесь, в Украине. Вот это имеется в виду. Но надо определиться, о чем идет речь. А идея довольно простая. Ты чего-то взял, увел под видом там, встречного движения кэша против долгов, фиктивно сформированных. Ну, здесь надо просто садиться и определяться, кто что хочет вернуть. Как правило, вот такие подобные вещи, как бы правительство приходит время от времени в голову, когда нужно затыкать дыры. Когда конкретно кого-то хотят вот, там, условно нагнуть, ну, говорит, ну давай, мы тебя простим, верни сюда денег. Кстати, точно так же, кстати, поступала и Москва, так что Киев не исключение. Будет результатом возврат денег, ну, понимаете, я по аналогии с Кремлем, допустим, вернули те, которые очень приближены к телу главного человека. Все остальные очень боятся, потому что прекрасно понимают, чем это заканчивается. Тем более в таких а-ля феодально-тоталитарных как бы, режимах. Пока ты приближен первому лицу, да, все нормально. Как только он меняется, ну, все рушится, система. Побачимо, як все це буде в Україні. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, гостем проекту «Акцент» був Володимир Данько, професор Міжнародного інституту менеджменту. З ними говорили, що очікує на українську економіку найближчим часом. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі.